Привет из Алании, друзья! Привет из Алании! Это не зима, это, чуть не сказал, лето, это уже не совсем лето. Смотрите, плывущий центр. Все плывут здесь, кто на машинах, кто на велосипедах. Короче, это дождь. Сегодня дождь таки был. Пацаны выплыли, проплыли. Дождь таки был, прогноз не подвел. Дождь был на самом деле. Чего я такой веселый? Это потому, что я за ним, честно, если даже соскучился за этим дождем. Все нормально. Сейчас классная погодка, а несколько не рассекают. Одни тут сейчас на мотороллере ехали, такие веселые, такие брызги издавали, как на корабле, знаете, проплыли. Я сейчас сделал репортаж вообще по сегодняшнему дню, если точнее сказать вечеру. Покажу вам, как, что было сегодня с дождем. И потом я еще дойду, наверное, в центр, на башню красную. Пройдемся, так что посмотрите, по ссылочке будет. Ну, видите, рады все дождю. Возле домов там дети гуляют местные, они выходят и просто под дождем балдеют, когда дождь шел. Сейчас вот временно его нет. Или временно, или уже не будет, я даже не знаю. Но пока его нет, короче. И, в принципе, местная детвора все радуется в такой погоде. Хотя это похоже уже на зиму, это уже похоже на январь в Алании. Еще раз напоминаю, это такое маленькое видео такое с залитой водой центра, остановка Ататюрка, а потом по ссылочке или чуть позже после этого видео выйдет уже побольше видео о сегодняшнем дожде. Погода очень теплая сейчас после дождя, очень тепло, очень классно. Пацаны прям это, водные байки у них просто. Наши тоже гуляют, все туристы вот так. Сразу оживилось, все, дождь закончился, сразу оживленно стало. Смотрите, все проплывают здесь, вот такой самый этот. Налилось столько воды, что тут перейти нереально, тут надо переплывать просто. Поэтому все плывут, тут и люди, и машины. Ну там обойти можно, конечно, а здесь вот очень много воды. Такая вот она Алания уже. Это говорит немножко о том, что уже не совсем лето, как бы. Ничего страшного нет, но летом такого дождя бы не было просто. А сейчас уже это все возможно. Все, всем привет из Алании. Смотрите большое видео. Смотрите, тут волны уже, волны идут прям. Алания плывет. А пацаны довольны, они на великах рассекают. Вам хоть лучше немного? 96, Россия. И вот на улицах, кстати, недавно вообще никого не было. И моментально люди прям, хочется сказать, повыплывали. Просто вот дождь закончился, и сразу много людей на улицах стало. Потому что несколько часов они просто сидели все, прятались от дождя. Под дождем мало кто ходил, хотя местные люди тоже ходили, радовались дождю. Так вот тут весело сегодня. Все плавают. Это же залить может даже, когда все стартуют. Алания после дождя. Так и назовем это видео. Плыл. Вообще надо плавать осторожнее, когда столько воды, а то далеко не уплывешь, особенно на такой машине. Да, прикольно это все наблюдать.